Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию прохождения карты в Майнкрафте. Как вы уже понимаете, это вторая карта за последнее время, и мне кажется, что это хорошее разбавление для канала, потому что одни флешки жизнь ютубера и рубрики, которые уже на протяжении длительного периода у нас присутствуют на канале, немножко начинают поднадоедать, поэтому хорошее разбавление для канала никогда не помешает. Я надеюсь, что ты со мной согласен. Ребятки, спасибо всем огромное за то, что пришли посмотреть новый ролик. И в этой серии мы с вами будем падать вниз на лбешники, набивать себе шишки. Я бы так сказал, но нет. Сегодня мы с вами будем убегать из комнат, которые нам построили якобы хейтеры. Какие-то злобные, злые хейтеры построили нам 10 или 15 комнат, не помню. Из каждой комнаты мы должны найти какой-то выход. Ох, я помню, проходил такие карты примерно 2-3 года назад, но все же это лично для меня интересно, а что для меня интересно, я также надеюсь, то, что для вас интересно. Ставь лайк, кокос, прямо сейчас, если хочешь продолжение, если хочешь еще одну карту. Набираем 25 тысяч лайков прямо сейчас, я обещаю то, что я выпущу продолжение. Я обещаю то, что я буду проходить как можно больше карт. Все зависит только от тебя, если ты, конечно, этого хочешь. А сейчас мы, ребятки, с вами будем начинать. Подпишись на канал, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не срака дикой овцы. Подпишись, пожалуйста. Хорошо, какие у нас правила? Есть ли у нас какие-то правила? О, есть, да, у нас какие-то гейммод, все хорошо, да, about, credits, fuck you, fucking bitch. Неважно. Самое главное, чтобы мы с вами нажали на старт. Смотрите, не зря... О, господи. Не зря я надел очки в этой серии, потому что я должен как-то сбежать из этих комнат, а в очках я кажусь интеллектуальным персонажем, поэтому первый уровень, это выглядит очень просто. Как всегда, мы знаем то, что нужно проверять инвентарь, потому что чаще всего кнопка находится у нас на голове. А что мне нужно тут? Просто нажать на вот эту кнопку и все? Реально? Сложный уровень у нас очень сильно. Наркоман! Наркоман! Я не бабушка на скамейке, но ты наркоман, кто создал этот первый уровень! Здорово, япона мать, ты отстань! Сгинь, нечистая сила, я не дам тебе морковку! Хотя... У меня есть какой-то другой выход. Ну давайте, пацанцы, идите сюда, я не знаю. Морковные наркоманы тоже. Давайте. Зачем мне морковка, я не знаю. Я одну скормил, неважно. Идите сюда, идите сюда. А, на плиту мне нужно нажать или что? Иди сюда. Ну. Пацаны, пацаны, вы куда рассосались? Давайте за... Алло, япономай, да, за мной. Вы дебилы? Вы дебил? Давайте, давайте. Давайте, заходите. Заходите сюда, заходите. Чё происходит? Что произошло? Как они умерли? Почему мне далось столько много мяса? И откуда у меня появился рычаг? Господи, как я скучал по этим дебильным картам. Это же реально просто сплошная какая-то наркомания. Что происходит? Ага. Да тут ты же издеваешься. Вещи становятся круче. Так называется третий уровень. Хорошо. То есть, если мне дали лопату, если мне дали много снега на этом уровне, значит, здесь под одним кусочком снега должно что-то быть, да? Или нет? Или что? Или да? Или нет? Окейушки, окейушки. Хорошо. Что вот эти глаза нами... Здорово! Не слишком радостный персонаж. А что мне с тобой делать? Лови в хлебало. Не? А, хорошо, что я могу скрафтить из снега? Я могу скрафтить блоки. Да? Вот блоки. 16 блоков. Что я могу? Что-то открылось. Опять что-то открылось. Опять что-то... То есть мне просто нужно им было лица закрыть этими блоками, чтобы они на меня не смотрели. Where is logic? Where is so stupid? I'm not genius. Хорошо, время ужина. У меня есть удочка, у меня есть много угля, у меня есть печка и у меня есть место для рыбалки.
Ловись, рыбка большая и большая, маленькая нам не нужна. Ловись за яйца, чтобы я тебя сразу вытащил. Ловись, рыба, рыба, ловись, пожалуйста. А мне интересно вообще из этой джакузи можно хотя бы что-то выловить? Рыба! Так, подождите, я пока ничего не понимаю. А что мне нужно делать? Рыба... Так, подожди, как рыбу звать? Собаку? Пс-пс-пс-пс. Кошку? Кс-кс-кс. Хейтеров? Дебил, дебил, дебил! Хороших подписчиков. Поставь лайк, поставь лайк. А рыбу как? Буль-буль-буль-буль-буль. Опа, клюет! Клюет! Рыба! Рыба получилась, сейчас ее пережарим, да? И... Реально? Подожди, сколько? 3 на 3 блока можно вытащить рыбу? Так, где моя удочка? Сейчас пойду ванну наполнять, а? Все, мне дали рычаг, я выхожу дальше. Слушайте, сплошная наркомания. 5-й уровень. Конец. Реально конец? Это не конец. Найди отсюда выход. Ты что, издеваешься? Так, первым делом я проверю свою башку. На башке у меня нет никакой кнопки. Какой выход? Ты что? Ты нарк... Так, учитывая то, что я мастер троллинга, и учитывая то, что меня троллят практически и фактически каждый день, я должен заметить здесь что-то необычное. Что здесь есть необычного? Ни хрена, в том-то и проблема. Но ладно, ладно, ладно. Хорошо, есть какие-то блоки, которые выделяются? Нет, нет никаких блоков, которые выделяются. А в чем проблема? Так, это не конец. Найди отсюда выход. Я уверен, что вот эти таблички что-то доделают. Но что? Непонятно. Чё за фигня? Я не могу понять, это как? Это законно? Это конец или нет? Паркур с магией. Все? Подождите, а что было бы, если бы я стал на плиту? А, понятно. Зачем я на нее остановился? Все, отрали, я все прошел. Так, хорошо, хорошо. У меня есть много гравия, у меня есть много кремня, у меня есть много ничего больше. Подождите, ага, ага, ага. Хорошо, хорошо. Ага, ага, ага. То есть из мертвых кустов мне выпадают палки. Хорошо, что... И дайте мне... Ага, да, дайте мне курочку. Прекрасно, еще одну курочку. Еще одну курочку. Еще, пожалуйста, еще, пожалуйста. Дайте еще, пожалуйста. Я просто ненасытный. Дайте еще, пожалуйста, еще курочку, еще курочку. Я очень люблю куриные лапки. И пожалуйста, еще курочку. Курочку и яйца тоже очень сильно люблю. Курочку и куриную грудку тоже... Нет, это слишком мало куриц. Куриную грудку просто обожаю. Как мне мамка ее в детстве готовила. И бабушка, балалайка тоже мне очень сильно готовила. Очень хорошо. Нет, я ненасытный. Дайте... И вы хотите гулять? Выпустите куриц! Я за Гринпис! Выпустите, пожалуйста, куриц, пожалуйста. Они реально продолжают спавниться. Выпустите куриц на свободу. Я против живодерства, я против насилия, против куриц. Не надо куриц насиловать. Ты что, зоофил? Выпустите, пожалуйста, куриц на улицу. На Нет, слишком старая песня, мне кажется, подписчики ее не знают. Выпустите куриц, пожалуйста. Куриц, выпустите. Ладно, идите нахуй. Как вы все хорошенько подлетаете? Ребята, зову всех на званый ужин. Сегодня мы с вами нахаваем, нажарим, заварим, заварганим, запарим, переварим очень много куриных грудок. Дайте мне курицу, самую сочную курицу на этой планете. Хорошо, как я понимаю, мне нужно сделать... Ага, ага, дебил. А, подождите.
Да, стрелы. У меня 12 стрел, у меня есть лук. Все? Что, реально? Это все? Это все? Ну ладно, хорошо. Что это такое, не могу найти. Как много цветов шерсти есть в Майнкрафте? 15. Да! Да, да, там 15 цветов! Хороший, какой я молодец! Как ты делаешь зелье ночного видения? Хрен его знает, слеза Гаста. Нет, неправильно, хорошо. Золотая морковка. Да, правильно, золотая морковка, хорошо, дальше. Какой биом терракотта, как называется, версия 1.13? Откуда я знаю, что такое терракотта? Наверное, плохие долины. Правильно. Я вообще ни хрена не понимаю, что происходит в этой жизни. Ой, ребятки, знаете что? Мне нравится! Мне, мать вашу, нравится обычное прохождение карты. Все, конечно, круто. Жизнь ютубера, флешка, подписчица. Но, ребята, просто банальное удовольствие от того, что мы с вами проходим какую-то наркоманию. Если ты случайно не видел предыдущую серию, надо мной прямо сейчас появится подсказка. Там было не меньше наркомании. Можешь перейти и посмотреть. Готов? Ну, хорошо. Прямо сейчас надо мной есть подсказочка. Нажимай, переходи, смотри предыдущую серию. Мне будет очень приятно, если вот это сделаешь. Также поставь лайкокос, если ты еще это не сделал. Ага, теперь это сложно. Так называется уровень. Хорошо. Хорошо, ребят, как вы... Хорошо, ребят, как вы... А можно вернуться, пожалуйста, обратно? Пожалуйста, Да, пожалуйста, все. Выпусти меня отсюда, пожалуйста, там паркур! Я ненавижу паркур! Я ненавижу паркур! Ну а что мне делать? О, слушайте, вот эта фигня еще передо мной как будто перемещается, это слишком... Плохо. Ладно. Хорошо, ладно, я постараюсь пройти. Какой паркур в Майнкрафте, ребята? Кто в 2К18 строит паркур в Майнкрафте? Are you chuchu? Все, хватит. Итак... Мать твою за ногу просто, да ты что, издеваешься или что? Все, успокойтесь, все, хватеньки. Нет! Чуть не упал. Так, здесь все просто на самом деле, не просто вот на этих слайм-блоках. Ага. А не, на самом деле просто. Твою мать, бабушку! Я понял тактику. Нужно на шифте с краешку вот так вставать. Все понятно. Ну это слишком просто на самом деле. Просто нужно тактику прочухать с самого начала, поэтому. Ну, здесь ничего сложного нет. Все, хорошо. 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 Я сказал хорошо, мать вашу. Подождите. Так, хорошо. Здесь есть кнопка. Где? Что? Нет, там есть редстоун. Ага, то есть кнопка должна быть вот здесь посередине, да? Хорошо, здесь есть что-то, здесь тоже ничего нет. Здесь подо мной есть что-то, тоже ничего нет. Где матушку вашу находится? Ага. Понятно, где она была? Чё ж вы сразу не сказали? Оп! Так, теперь ты должен пойти назад. Идем назад. Ага. Тут все так просто. Ну, просто. Относительно просто. Я с этим паркуром 15 минут провозился. Так. Епона, кочерышка. Ага, это типа... Ай, подождите, лоб зачесался. Это все? Это реально? Это все? Это все? Поздравления мои. Ага. А то есть я сюда наступать не могу, да? Потому что меня... А что меня? Почему мне в чате написал то, что я должен бежать? Ага, понятно. Побежали, значит,
Побежали. Давай, включайся. Опа! Все, изи! Так, ты должен в них выстрелить. В кого? Подожди, чё? Ну? А чё? Епона, мать! Под смысле? То есть я должен на 3 кнопки одновременно нажать? Да ты с ума сошел? Так... все, мне... Да! Слушай, я мастер-стрелок! Мне сразу дали рычаг за то, что я попал в 3 кнопки. Так, хорошо. Ага, что? Желтый раздатчик, синий раздатчик, зеленый раздатчик. Левел 1. Хорошо, что... извините, что... Ага, да, хорошо. Ага. Ух ты, ёхты-мохты. Прекрасно. Я ничего не понимаю! Как на элитре летать, ребят? Да! Слушай, мастер. Так, у меня есть... Ага, голубенькая, зашибись. Дальше. Второй уровень. Полетел. Плохой уровень. Очень плохой уровень. Оп. Зеленый у нас вот сюда. И последний. Это, карта заразила меня наркоманией. Ага. Долетаем. Третий уровень. Карусель. Она для детей. Не для детей. Для аутистов. Дегенератов. Дебилистов. Карусель. Очень весело нам. Карусель. Идиоты, мы тут собрались. Молодцы. Хорошечно уже трепать вы. А все, я думал, мне забрали мой желтый бот. Фу! Читеры! Это реально читерство было! Меня хотели нарочно затроллить через читерство, ребята. Нельзя использовать читы. Скажите мне, пожалуйста, что вы никогда в жизни не использовали читы. Вопрос. Попал в нужный люк. Это восхитительно называется уровень. Конец! Че, я реально до конца дошел? Все, это реально конец? А, нет, подождите, куда я пришел? Все, это реально конец. Я на начало пришел, я большой молодец. Так, хорошо. Это лабиринт! Я ненавижу лабиринт! Мне кажется, никто ненавидит лабиринт. А, зашибись. Так, хорошо, потопали дальше. Ой, кто бы мне нос почесал. Что здесь? Что? Вы что, издеваетесь? А куда мне... А, да, прекрасно. Хорошо, да, зашибись. Хороший выход, согласен. Дальше. О, я куда-то иду. Я не знаю, куда я иду, ребята, но куда-то я... Опа! Да! Конец. Карусель! Писькодрочка за на... Нет, фиговая рифма какая-то. Ребят, мы с вами большие молодцы! Нажми здесь, чтобы посмотреть схемы Рестона. Нет, нахрен не сдалось. Поздравляю! Ты прошел эту карту. Это твой золотой кубок, чтобы помнить свои достижения. Ты герой этого дня.
Ты можешь забрать этот кубок себе. Как я его заберу, если он слишком какой-то огромный? Что здесь еще написано? Ага, ну да, он слишком огромный, поэтому ты не можешь забрать его себе, зато можешь забрать себе тортики. Спасибо большое, я сладкое не ем. Не ем я сладкое. Ребята, подождите. Подождите. Что я... Подожди. Так, у меня вопрос. Я могу включить гейммод и... мне кажется, месье, у вас здесь что-то не работает. Я, конечно, не про-эксперт по редстоун блокам. Чё там? А, ну вот, я все починил. Хотя я ни хрена не делал. Ребята, ставьте лайк, косы. Как же мне понравилась эта серия, как мне понравилась эта рубрика, как мне вообще понравилась эта карта. Ребят, если вы хотите продолжение, если вы хотите больше такой наркомании ради того, чтобы просто поржать от всей души, ставь лайкусик, пожалуйста, прямо сейчас на эту серию. Я обещаю, как только мы с вами наберем 25 тысяч лайков, сразу же выйдет новая серия. Подписывайся на канал, если ты хочешь продолжения. Подписывайся на канал, если ты хочешь больше такой наркомании. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за карусель. Всем удачи и всем пока. Не забывай про карусель.